Добрый день, торговый дом «Агротехник». Располагаемся мы в городе Аксая. Занимаемся продажей самоходных опрыскивателей «Туман». Это самые популярные в России на данный момент опрыскиватели самоходные. На данной выставке представлена модель «Туман 3». Производится относительно недавно. «Туман 2» уже более 10 лет производится. Машина модульная, представлена в трех модулях. Данная машина представлена в одном модуле, в модуле опрыскиватель. Комплектуется двумя видами колес. Узкие колеса и широкие колеса шины низкого давления. Вот. Также представлена у нас еще сеялка, наше дочернее предприятие. У нас группа компаний. Завод «Наир» располагается в Аксае. Работаем с крупными холдингами, поставляем также с мелкими хозяйствами, поставляем 4 вида сеялок. Механические два вида, 3-метровая, 5-метровая, и два вида посевных пневматических комплексов шириной захвата около 7,7 метра и 10,7 метра. Техника пользуется спросом, зарекомендовала себя в принципе отлично, люди работают довольны. Как правило, сеялка используется для работы по минимальной, по нулевой технологии, без обработки почв. По производительности посевные комплексы делают в районе от 80 до 100 гектар в смену. Большие, маленькие комплексы делают чуть-чуть поменьше, конечно. Тяговый класс для больших комплексов 300 лошадей, для маленьких 240. Вот, в принципе, наша линейка техники. Вот, на этом, наверное, все. Спасибо.